¿Cómo se llama? Sistem supranazi. Merita victoria. Trebuie să avem avut nicio ocazie. Duminica nu am reușit să găsim soluția fața porții. Puțin noroc, mai bine mai atent la faze fixe. Putem să câștigăm. Din păcate, parcă suntem blestemați la jocul de acasă. Ceva nu ies. Очень жаль, что при хорошей игре, при хороших моментах не смогли реализовать и не победили. У нашего соперника практически ни одного момента не было. Мы создавали, мы, к сожалению, стандарты, особенно в втором тайме, не очень-то хорошо исполняли. И результат такой. Не знаю, просто что-то не везет в домашних играх. Пожалуйста, вопросы. С трибуны игра смотрелась чуть ли не как лучшей игрой Кубани из домашней, из того, что было. То есть с первой до последней минуты, то есть борьба практически на каждом участке поля, очень доплотно смотрелись ребята. Что в итоге, на ваш взгляд, все-таки не хватило? Ну, я думаю, что это будет. Мы три экипы очень буна, которые, сигур, зарабатывают Иисус. Кажется, что схимбарь лор не интрат шаху. А фост в спирале бинере лор и рău нос. Кам тоту не мерже. Ла меч трекут акаса порталу лор. С-а акцидентат. Сау не știu care меч. А интрат апарат пенатул. Кам тоте не ес. И чего в фаца порта голу не лепсит. Не хватило забитого гола, не хватило больше остроты, больше хладнокровия перед воротами. Нужен был один гол, и все бы пошло по-другому. Ключевой момент, наверное, это замена травмированного защитника у соперника и выход Шахова. Более сбалансированная оборона была у соперника. Но с нашей стороны нужно было больше, опять же, перед воротами. Больше качества. И clar că ne așteptam mai mult de la Obuhov, a intrat foarte rău. Schimbai lui și Godin, a intrat excelent. Dacă și Obuhov intra cu aceeași atitudine, sigur câștigam. Gogniev și Майрович очень хорошо вошли в игру и обострили игру, то чего не было со стороны Обухова. К сожалению, он вышел и не дал то КПД, которое он может и которое нужно было нам для того, чтобы забить. Костя есть? Да. Сыграли на выезде две игры чемпионата, 7 забитых мячей. Видно было, что команда, когда забивает первая, и игра идет, играют раскрепощенно. Как преодолеть барьер, когда надо играть через «не могу» при счете 0-0, без раскрепощающего гола? Еще готовь его в прессионе много раз. Севенность. Два зажарка в прессионность. Сидела публик, сидела. Но и кто с Веренской стиле мог раскрепощать. Чего? И упрессия за фейки. Foarte bun. Chiar dacă se bat, chiar dacă ceva lipsește o calitate. Вы правильно заметили, что была борьба на каждом участке, мы старались не уступать сопернику, но это давление, опять же, то, что нужно обязательно нужно выиграть перед своими болельщиками, перед своими родными, наверное, дает вот эту нервозность. Один забитый гол, оно бы однозначно поменяло. На выезде получалось так, что легче было действовать. В этом плане. А требуется сделать два скибари, форсаты, двое игроков, которые прекали на национал. Хотя так, может, не сау симти липса лор, это было импортанте. Может быть, и уход двух наших сборников, может, и не чувствовался так, вот, может, они бы не забили, но все равно, может быть, стройности какой-то в нашей игре добавило бы присутствие наших двух сборников. Сергей, пожалуйста. Вот уже несколько матчей подряд поменял тех Хоблова после 60-й минуты, это примерно его как бы, но вследствие его это, физической это, готовности или какой-то тактический момент. Хоблова внушает себе чисто. Будет ли это так, так само, но я же очень физик. Ну, кредит, Хоблова очень фарта. Да, Магнадик, 30 минут Обухов, шкатор те мари калитаты, пас фага диференция. Хубулов chiar a jucat foarte bine toate meciurile astea care a fost titulat și mulțumim de el. Хубулов, я очень доволен им. Последние игры он очень хорошо играл и сегодня мне понравилось, как он играл, но нас много и в
футболист уровня Обухова, он должен свои, скажем так, 30 минут играть. Я надеялся, что он добавит скорости, креативности в атаке, потому что более свежий. Этого не было. Пожалуйста, вопрос. Уже не первый матч, тренер гостей отмечает несколько тактическую однообразие нашей команды. То есть соперник читает нашу тактику. Не кажется ли вам, что следует добавить несколько вариативности тактическую в игре команды? 20-20 жарко, и жуком привези был, и вот автобичала с кем бы. Ну почти 30. Когда не выигрываешь, конечно, нужно что-то менять. И клар, да, когда выигрываешь, тогда все нормально. И клар, как факел август. Сингура экипа, который жукал май позитив. Челялти. Ашка одну май контратак, тоти напад. Из тех соперников, с которыми мы дома встречались, факел, наверное, первая команда, которая играла в футбол. И не отходила назад, не закрывалась, как играли наши предыдущие соперники в домашних играх. То есть очень играющая команда. Недаром она находится вверху турнирной таблицы. Конечно, привезли бы самый почему-то за скипчик, футболист и сам. Факт, чем плюс. Вот это слово, которое вы сказали, что как? Мы нас читали, согласен, вариативность, она нужна. И в большей степени это исходит и от качества игроков, которые иногда должны индивидуально решать какие-то задачи, какие-то моменты, брать ответственность на себя, обыграть, решить вопрос. Это тоже имеет дело. Плюс Мичеля играли, Мичеля в моменте фазы фиксы, но вообще с Марком Чума. А Горло сводит дифференция. И те же стандарты, которые у нас в достатке были в каждой игре, и в этой в том числе, мы практически ничего не... Из этого стандартно не... Все отрабатываем, все пробуем на тренировках. Тренировки это одно, игра это другое. И, к сожалению, мы не можем никак со стандартов, которые у нас были очень хорошие, с разных дистанций мы ничего не создали преимущества. Да, Дана, очень многие болельщики с вашим приходом ассоциировали то, что вы будете активно подключать молодежь к играм в основе. Я уже два раза подряд видел вас на игре второй команды. Как вы оцениваете вообще молодых ребят? Будете ли вы в дальнейшем посещать игры второй команды? Ну и вот в этом ключе хотелось бы услышать комментарий. Сомбрецы, Бонечная Кипадова, Завезе, Якуба, Нурисов, Самайдинак, Нурисов, Калсаров. После вышло есть шанс на открытку. А у нас там вроде бы там, то есть реально. Возможно, что в этом году они уже даже будут дебютировать в первой команде. Но я скажу уже от себя, очень сложно. График у нас такой, если раньше играли, дубль играл или на день раньше, или позже, это было очень удобно. Сейчас очень сложно, что у каждого свой график, и выдергивать игроков сложно. Пожалуйста, нам предстоят две игры домашние с командами из нижней части турнира. Мы там же. Ну, у этих команд проблемы. И велика вероятность того, что они будут закрываться. Мы можем, какие у нас есть способы преодоления эшелонированной обороны соперника? Мы уже привыкли к этому. Трясовым пути на инспирации? Пути на урок? Там все вместе, вдохновение немножко и удача должна где-то сопутствовать, потому что мы эти моменты создаем, если бы их не было, мы бы не говорили. Я почист тренинг фартинг вперед, с Масичем, с Алинитяной Топицей. И если брать даже такой момент, как качество поля, в такие какие-то моменты, там лежащие, то один скользит, то второй падает, то мяч. То есть можно и об этом говорить, что удивительно, наше поле не очень-то помогает нам. Короче, мотор меч, а мы не выйдем. Понятно, что все играем на победу, и сегодня очень хотели, и очень надеемся. Я скажу, готовимся на чьи брать. И в плане подготовки самый главный момент – это психологический фактор игроков. Опять же, не загрузить, раскрепостить. Чтобы они с охоткой играли в футбол, потому что футбол это игра. Чинч мяч рукаса арбитражили. А вы сады дворит.
нас дома судят хуже, чем на выезде иногда. Спасибо большое. Спасибо большое.